вообще, бля, красавчик стал, бля, помолодел, бля, нахуй. Да, дед? Ну, надо еще побриться, но мне все равно дают уже, бля, сейчас он, бля, еще. 60, блин, 60. Не, нет, 60 это, блядь, мало, 65, нахуй. Блин. Нормально? Бурдак, открывай калитку, нахуй. То у него там, блядь, закрыто, там хуй зайдешь, нахуй. А нет, все открыл. Я думал, там замок какой-то кодовый висит, нахуй. Так ты сюда иди, что там, там-то сел? Иди сюда, Никола. За стол-то здесь, блядь, двигайтесь. О, стоп, мне, вот, сейчас сделано. Все, дайте голубю хлебнуть, а то он поди устал уже ходить, нахуй, да? Я что устал. С 4 утра с рассвета хожу. Нихуя себе. Птица же мира, она быстро встает. Птица счастья. Не будем, я сейчас так, то парик понести. Да. Он не пьет из горла, видишь? А ты только ты один, дедушка, пьешь из горла, нахуй. Я потом тебе скажу. Ладно, он говорит, дедушка. О, не пьешь, я потом тебе скажу. На ушко, блядь. Вот так вот, нахуй. Бульдог, смотрите, что. Какую... Нет, а хули 70 лет. Он может потом говорить. А тебе сколько, Никола? У меня 59. 59? О. Ну ты скоро деда догонишь, нахуй. Опа, бульдог, блядь, дело упало. Дедушка, хороший пасынок. О! Ну, картошка. Вот, сейчас картошку бундили. Мясо надо. Вон, принёшь вам... Нахуй это мясо? Конечно, мясо, блядь, это хуёвое. Я уже наелся его, блядь. Давай, бульдог, открой банку закуски. А чем открывать-то? А у бульдога зуб единственный есть, нахуй, пускай зубом. Последний, нахуй, остался. Ну, старенький. Мне ещё, говорит, я молодые. Че, ты так откроешь? Смотрите. Я был, да, синего его. Лайфакт. Все. А, кучение. Нихуя. Дед хотел выебнуться. Да, так... Дед хотел выебнуться, не получилось. Да. Сейчас бульдог об голову свою раскроет. Бульдог, у тебя же есть зуб, блядь. Да один, последний нахуй. Сейчас Никола он достанет. Подожди, Никола достанет он сейчас. Вон, вон! Сейчас, блядь, разобьют нахуй банку, блядь. Банку разобьёт. Дайте ему леща, блядь. Что, не слушается, блядь, молодой, блядь. Давай, самый молодой, блядь, нихуя не слушает, нахуй. Голубь, присаживайся, что ты стоишь-то, блядь? Ты тоже не молодой уж, блядь. Он не у тебя дома. Он не, в гостях, что ли? У сказки. В гостях у сказки, да, голубь? Чем на стул, да? Дед, аккуратно не порежешься, блядь. Да, блядь, так порезал бы ее, да и все. Ну, конечно. Ебись, блядь, если я куда-то. Конем, нахуй. Ну, слепая, то уйду ведь, нахуй. Куда? Давай, ты не уйду, а улечу, скажи, блядь. Я улечу. И улетит, и уйдет, нахуй. Сначала ему надо уйти, потом взлететь, нахуй, да, голубь? Да, сначала уйти в сторону надо. Он же не будет? Ты как в самолете, сначала, да. Ему надо, это, блядь, взлетную полосу, нахуй, есть. Взлетную полоску надо. Вон тебе взлетная полоса. А вон, вон, будет. Никола, вон бутылку, давай, наливай. Сейчас, блядь, короче, всю картошку, нахуй. Не, открыл дед, блядь, ай да дед. Давай, блядь, надо... Валентин, доставай ложку. Никола, доставай ложку тогда. Ложку надо. У тебя же есть ложка? Дай нож. Здесь, с ножа будешь есть, что ли? Вон я ему этому... Ну-ка, забирай нож, блядь. Бульдог, дай нож, блядь. Вон он, да. А то, блядь, сейчас бульдог порежет всех, нахуй. И съест, блядь. Ну, конечно. Бульдог, что грустный ты? Что загрустил? Я и загрустил. Выпить-то хочешь, нет? Сейчас вон уже. Нюха, давай. Вон ложка есть, блядь. У Валентина не сумка там, а это, блядь. Охотничий рюкзак, нахуй. Все инструменты. Все нашел с собой, все с собой ношу, да? Есть. Давай, бульдог, быстро закусывай, нахуй. А. Давай соляночки, блядь. Рассольничка, уеби-ка. А дедушка картошку будет есть, нахуй. Ну хлеба нету.
Да и похуй, что хлеб. Хлеба толстеть будете, блядь. Лучше без хлеба, нахуй. А вон дедушка картошку сейчас поест. И сытый, и доволен. Да, что, Коля, блядь, микрофонишь, нахуй, да, дед? Да, голый? Может, Филипп Киркоров пример берет. Ну, блядь, скоро Киркоров будет, блядь. Микрофон держать, нахуй. Дай Николе закусить, бульдог. Никола? Давай, хлеба нет, только Никола. Хлеба? Передавай деду выбить. Хлеба. Дед, блядь, картошку, блядь, как давно не ел, что ли, да? Там кастрюли. О. 2 дня ел. 2 дня картошку ел? Жареную. Нихуя себе, еще поди на постном масле. Ну, блядь, нихуя себе. А, что? А, все. Сейчас подожди, вон уже голову твою. Я не из горла. Ну вон тогда возьми, вот там выбей из горла. Давай голову закусывай. Ну что ты, не заебался этот день, не скучно тебе? Не ждешь себе никого гостей-то, блядь. А что, бульдог придут, блядь, дожгут тебе тут все нахуй, да и все хули. Да, вот. Как его, наркоша нахуй какой-то, блядь, ходит, нахуй, таксик нахуй какой-то, нахуй. Он, блядь, по ходу дела испалил нахуй. Ну что, дед, хорошо? Зашла? А, дед, из горла. Я его спрашиваю, бульдог это, блядь, ой. Голуби. Голуби, у него даже баню вытащили, блядь, то есть это, ну, железо-то его. Да-да. Да? Как да-да, ты, блядь, пока уходи, баню себе искал, блядь. И что, пришел, печки нету? Чего нету? А металл, металл спиздили? Как ее уже вытащили, блядь? Как, по видео, наверное, видят, нахуй, что у него металл есть, блядь. Все, хули, вытащили. Ребят, верните голубю печку. Закусить. Ну, сейчас топорик подавим. А дед из горла ебашит, нахуй. Что-то голубь загрустил, нахуй. Ой, голубь, говорю, бульдог загрустил что-то. Ой, я сижу, я выпил только. Что не пил? А, бульдог не пил, нахуй. Бульдог. Ты пил, где? Это голубь. А бульдог, бульдог. Сколько, сука, одни животные, хуй, всех перепутаешь, да? Голубь, бульдог, блядь. Один только дед пердетый, блядь, и Никола хохол, и все. А остальные все. Одни, блядь, эти, нахуй. В мире животных, блядь. Бульдог. Да я не обижаю, я уже. А что он? Он что обиделся? Ну ты просто бульдога голубем назвал, нахуй, да и все. А не, голубя бульдогом, нахуй, ну пиздец, блядь. Да это птичка, блядь. А бульдог? Собачка? А бульдог, ну бульдог. Носорог, нахуй. Собака. Порвешь, блин. Понимаешь? Ну так я говорю, порвешь, блин. Ну, что, ну? У меня зубов-то нет, нахуй. Деснами, нахуй, деснами. Деснами, нахуй. Засосешь, нахуй, до смерти. Кстати, здесь, блядь, это сама. Это, как я, с Юлей познакомился, нахуй. Какой? Как? Она мне... ты помнишь, ты на советской, да. Нашел эту женщину. Познакомился, блядь. Там, короче, это самое. Она мне, короче, это показывает, нахуй. Вот эти, ну, я тебя встречаю, ты говоришь, она мне с пивом ждет. Да, она с пивом. Я говорю, ты мне, говорю, подожди, говорю. Где, на Лесной? Сейчас. Да, да. Не на Лесной, наверное, на Советской. На Советской. А в парке, нахуй, в парке она, нахуй, сидит. А я, короче, пошел металл, нахуй, обжигать. Короче, металл обжег. Иду обратно, она сидит. Я говорю, девушка, вы что, говорю, курсите? Она говорит, это самое, ну там что-то там, у них там получилось, я не знаю, что там. Я говорю, давай я тебе компанию составлю. Ты, говорю, мне подожди, говорю, немного. Я тебе скажу, до туда, до приемки, пойду сдам, да. Потом у тебя, говорит, 100 рублей, говорит, что там, говорит, на 100 рублей, говорит, что там. Я говорю, возьмем. Нахуй ты нужен все. Со 100 рублей. И, короче, пошли, это, пошли, и прихожу, она мне, что говорит? То, что это сама. Там ничего получилось. То, что это сама. Это сама, ты быстрее говори. Заебал, да? О, блядь, птичка. Птичий говорун. Тянет, тянет, кота за яйца, нахуй. Вообще, мы с ней сидели, посидели. Ну выебал, нет? Она мне начала... Его, его самого хоть еби, блин. Не выебал? Меня нахуй. Ну, так, блядь, не стоит. Чего? У меня... А, да. У меня то нихуя у меня стоит, нахуй. Ты не верь ему, нахуй, просто сядь хочешь. Это еще. А где его? Вот, я на голову, блядь, сука. Красавчик, а, нахуй. Она берет, я говорю, и интернет, говорю, набирай. Она мне дает. И, короче, получается так. Короче, машина... О, голубь, скоро тебе вишни пойдут, блядь. С машины, с этой машиной. Херовая вишня. Да подожди, блядь, я с тобой разговариваю, что я с тобой разговариваю.
Да ебни ему. С машины нахуй, короче. Голубя ноготь острый, нахуй, порежет. На камеру, нахуй, снимают. Там, короче, тёлка, нахуй, стоит, нахуй. Короче, и все. Она, короче, загнулась вот так и сосет, нахуй. У тебя? У тебя? И они вот это сняли, вот смотри, она, говорит, сосет, нахуй, у него, нахуй. Я ебать, нахуй. Да ну, нахуй. Она, я, говорит, на вас смотри, говорит, вон, и она показывает. Ну, она на самом деле, говорит, там, сидит, на коленке стала, нахуй, и сосет, нахуй, у него, нахуй. Она, с которой ты познакомился, что ли? А? С которой познакомился ты? Да, она мне на этом, на телефоне, нахуй, на этом, по интернету. Ну, а ты бы, вот ну и что? Показывает, нахуй. И что, ты охуел? Я ебать, нахуй. Я говорю, нихуя, она, говорит, сосет там, говорит, нахуй, ебать, нахуй. А там на самом деле, там, блядь, я вижу, нахуй, а он видеосигнал, а я еще с этим. И она сосет у него, нахуй. А тебе ебать. Неприятно, нихуя, тебе завидно, блядь, я, да? Не, почему мне завидно? Мне не завидно, нахуй. Я лучше, чем на неё, нахуй, полезу. Я лучше пойду здравствуй. Он голубь, оказывается, боевик, блядь. Почему, бьет всех? Валентина охуярила, вот ты должен. Пиздил, что? Да. Ну, нечего было мне нахуй посылать. Вот, видишь, охуярил его. А как ты, где ты его охуярил-то? На трубах, он на стадионе. Молодец, я все удивляюсь. Подожди, а он мне говорит вообще другое. Кто? Голубь охуярил. Что, молодецкий, да, его. Не, это другое от друга. Там его не больше ли... Голубь, нихуя ты его захуярил, значит? Ну, он охуярил его больше. Нихуя. Бульдог, блядь, так что ты зря на голубя наезжаешь, он тебе, блядь, бульдог аж слюни глотает. Наливай быстро голубя, нахуй. Смотри, крыльями намашет, блядь. Вообще, он, видишь, намахал, блядь, а он, говорит, 5 малолеток его отпиздили, блядь. Валентин-то, блядь. Во, вот. Ну? Кого Валентин? Это Валентин отпиздили? Нет, это, да, Валентин. То, что, блядь, там... Чё, тогда Валентин отпиздили? Кто? Ну, где? А голубь кого пиздил? Ну, там они... А голубь кого пиздил? 18-19 лет. Валентина? Да, Валентина и Валентина, блядь. Кто? Голубь Валентина сначала. А потом... А он на них, нахуй, сваливает. А потом после Валентина... После Валентина? После голубя? Там нахуярили его. Ну, короче, блядь, все пиздят, нахуй. Короче, ну, это базар, блядь, сидит, просто. Ну, не огневой базар, как ты говоришь, базар, так и... Так что, бульдог, блядь, будь аккуратнее, нахуй. Голубь, блядь, следи за базаром, нахуй. Тебя, блядь, зачитают, нахуй. Скажи, блядь, сорян, скажи, мужики, блядь. Беру свои слова обратно, нахуй. Жить буду, блядь. Не, там вообще, блядь. Еще 50 лет жить, нахуй, братан, вот. Не обращай внимания. А чего не обращать, он, блядь, он наоборот вникает, он знакомится с нами. Дай на ус, нахуй. Не, ну, куда уже? На бороду, нахуй, туда, накладывай. Ну, на бороду мотай, нахуй. Мне 70, а мне жить еще 50, нахуй. А мне 70. Сколько тебе? А бульдогу 45, а Николе 59. О, ебаный, блядь. Молодой, нахуй, пацан, блядь. Салаги, блядь. Надо леща ему дать, нахуй, да отцовского. Да все молодые. Надо дать ему леща отцовского, нахуй. Все молодые. Да, ну все молодые, говоришь. Ну, обратно не вернешься. 16 лет. Не вернешь. Жизнь не книжка, вот, а что, я тебе вернешься. Что ты 16 лет не вернешься назад. Что он не вернется 16 лет назад. 16 лет я. Это, Колян, да, тоже не вернется 16 лет. Что я, да, 16 лет не вернется. Никто не вернется. Никто. А обратно. А вот когда покойники воскресают? Ни разу не видел. Не видел ни разу? Нет. Ни разу не видел. Воскресают. Вот смотри, вот сейчас я тебе сейчас какой-то другой принесу. Ну, давай, я тебе послушаем. Это самое. Мамы нету, мама. Папы нету. Да, у меня, да? Никого нет. Они умерли. Умерли. Папу, да? Я вообще не видел. Ты не знал, что он у тебя ездит. А да? Как? А как? Не знаю. Как он мог воскреснуть? Кто? Я откуда вот знаю, мама кому-то дала. Ну, или... А ты говоришь, ну воскресли, нахуй, все. Не воскресли. Из могилы вылезли, нахуй. Ты неправильно понял, Андрюха. Мама кому-то дала? Да нет. Бульдог, а ты помнишь, видел, как Иисус спускался по лестнике? Что? Я тебе вот, это просто пример приведу. Ты свои годы. Годы. Вернее, годы. Ты не вернешь обратно. Вот ты на 16 лет тебя, нахуй. Как ты? Вернешь? Я вот в 73-м сел. 16. Да, и сел-то, ну ладно, понятно. И вышел 16, я. 86. 16 лет. Вот смотри.
16 лет, да? А за что? Камеру хранения ты ушел. Потом вот, у него тоже нету. Взяли тоже. С первого по 25 тысяч. И тебе 16 лет. Старыми. А обратно как ты вернешься? Ты не вернешься. Бульдог, сейчас, подожди, бульдог, расскажи, как Иисус спускался по лестнике, помнишь, ты рассказывал? А, Иисуса? А, подожди, он забыл. А, я не видел Иисус? Ни разу. Он, короче, его евреи, короче, увели нахуй туда, короче, крест, и он с крестом нахуй шел. И когда в гору поднимался, он, короче, с этим крестом поднимался, он крест нахуй поставил нахуй, и потом его же на этом, блядь, кресте нахуй распяли. Понял, Николай? А крест какой был? Золотой ли? Да. Какой крест? Деревянный крест. Обыкновенный. Не игрушечный? Ну так это понятно, дружи. Ну, я что я говорю? Забыл. Вот сейчас все. Вот ты смотри, сейчас я тебе. Да я смотрю. Простой пример. Вот сейчас я. Ну давай, говори. Ты сейчас вернешь своих. 16 лет. Не 16 лет. Никогда не вернешь. Ну ты говори. Никогда не вернешь. Нет. Ты знаешь, кого не вернешь? Вообще. Ты свою маму не вернешь. Нет. Отца тоже не вернешь. А ты вернешь? Нет. Я тоже. Я знаю, нахуй, Будлайн. И никогда. Я тоже своего, ни отца, ни мать. Давай, нет, картошка из гуся. Я не смогу вернуть. Ты что, голос замолчал? Наливай хоть, выбивайте. А что его слушать-то? Он видишь? Дайте меня закурить. Да они не знают, но я... А я давал же где-то пачку бульдога, наверное. Единственное, что... Единственное, что... Андрюха, я знаю, понимаешь? Ты не вернешь это. Так я знаю, отца твоего. Отца, мамку, нахуй. Ты не вернешь. Ни свою, ни мою, нахуй. Ни мою. Никого ты не вернешь. Пока сам не попадешь туда и не узнаешь. А там вон голову, походу, дело, роет уже себе яму, да, хочешь туда, блядь? А там жизнь. Ты хочешь откопать яму, что ли? Ты вот и ихнюю, подожди, ихнюю жизнь знаешь? Нет? Как они там живут, а? Не знаешь, что ли? Ты что, блядь? Там? Да, там. Знаешь? Ты что, воскрес? Иисус, нахуй, воскрес. Что, воскрес? Вот и туда попал, нахуй, обратно вернулся. А они не воротятся. А я там был уже. Ничего хорошего нету. Я там был, гол. Ничего хорошего нету. Ты не вернешь. Как там был, Николай? Ну-ка расскажи. Я там был, вообще сознание потерял и все, ебнулся. Я вообще ничего не помню, нахуй. Ладно, ну, присылай. Ну, ты их оттуда не вернешь. Скорую вызвала. А то, что какая у них жизнь там, нахуй, внутри. Вообще трупом лежал. Вообще. Мне кажется, понимаешь, откачали, блин, нет, я устал. Там, понимаешь, там человек, когда, вот я, знаешь, вот, по этому читать, это получается так, это, короче, получается, ну я сам, сам писал. Они туда... Голову заливай тогда, его не переслушать, нахуй. Вот, допустим, ты, за тобой грехи есть какие-то, нахуй? Там все, есть, там кошек. Ты что, он безгрешный, блядь? Кошек смотри. Там, да, собак, нахуй, обижал там. Или ел, нахуй. Все там, или еще кого-то обижал. Все, ты туда попадаешь. У Николы бакенбарды побрить, видите, как. Обратно, когда... Гол, блядь. У тебя душа, нахуй. Знаю, что делать. Гол побрился. В небеса, нахуй, улетает. Знаю, что делать, да, прям. В небеса улетает. Это, душа в небеса улетает. И она преобращается. Иди, что-то губу какую-то прячил. И ты тоже, вот над кем-то издевался. Вот ты за те грехи, нахуй, отвечаешь, нахуй. Там тяжелый случай. Был. В океане купался. А я голубем как был, так и должен быть, на голубе. Да, погонял тебя голубь, нахуй. Летать ты не умеешь, там, нахуй. Ну, когда ты с того света, нахуй, поднимешься и будешь летать, нахуй, тогда, да, за голубь. Ты, такие слова с того света. Так это не, на самом деле, это реально. Надо, выпей бульдог, успокойся немножко. Закуси. Это, блядь, не то в смысле, нахуй, то, что, блядь, там я, блядь, курю. Ребят, рассольник, ставьте лукусы, кто хотел поесть такой рассольник. Блин, Паша, во. Да?
Я тоже потом себе куплю домой, нахуй. Блин, никто хотя бы слово сказал. Из того света, нахуй, еще ни одного никто не вытащил. Будок, закуси. Ты вытащишь из того света? А ты вытащишь? Нет, конечно. Я нет. Я тебе вопрос задал. Че ты как еврей, ты вопрос вопросом? Отвечай. Доебался. Ну, елки-палки. Вон, ты голуби, голубь тебе быстро поможет. Вытащу. Че ты вытащишь? Голубей убивал, нахуй. Его вытащу. Не был его. Ты из того света вытащишь, воскрес. Иисус Христос, нахуй. Воистину воскрес. Вот это я уважаю. Все, бульдог нахуй. Вот, три раза. Я не крещен. Ты не крещеный? Не крещен. Сейчас покрестим тебя. Давай буду крестить это. Батюшка, я тебя крещу. Давай, дед, раздевайся, мы сейчас тебя, блядь, окунать будем, нахуй. Кого? В кастрюлю с картошкой, нахуй. Нормально. Голубь будет, дядя, поп, нахуй, да, или кем? Будешь крестить, нет? Да и правильно. Это только, понимаешь, это только. Ребята, их крестить уже бесполезно, они понял. Пьяницы. Да? Голубь там, все. Какой голубь, да ты хороший. Нет. Да ты сало принес. Ты не пьяница? Еще нет. Я очень крещеный, я мазанный. Мазанный? Мазанный. Сало. Даже откуда оно мне? Сало. Вот ну, а что ты говоришь? Что, поросенка же по-моему. Бабка мазала. Так я. А они мне это. Паша, сало захотел. Пока. Ну, он же не хохол. Я выключил, говори, да. Давай быстрее. Паша, ты всё. Меня довезёшь. Ты знаешь, что, я короче, там иду, я короче, по городу, да? И мне, короче, нахуй, такие говорят, ну, да. Дай-ка вот, я Паха, нахуй, у вас это, типа, снимаю, там, деньги зарабатывают. Слышь, я говорю, слышь, что, ты, это ты, баран, не баран. Кто я кому говорит? Подожди. Он тебе говорит. Я говорю, Паха, это сам. И они мне такой вопрос нахожу. Паха вас снимает, там, бля, деньги нахуй за вас зарабатывают. Слышь, что? Я говорю, ты, Изак, мы за то. Блять, мы имеем, бля, все нахуй. Он, блядь, нам ни в чем не отказывает, нахуй, вообще Паха. А ты-то, сука, ты хоть кусок хлеба принес, а? Рот открыл. Что такое? Андрюха, эти, блядь, как их, блядь? Блядь, как его? Я хуйня не помню. И что, блядь, я говорю, ты, сука, ты что, блядь, ты хоть кусок хлеба принес, он у нас, этот парень, блядь, нас, блядь, не бросает, нахуй, не в обиде никогда не оставляет, все ночь. А ты-то, такой, ты что, блядь, пиздишь, нахуй, ты если такой умный, нахуй, попробуй, нахуй, на его месте, нахуй, побудь, нахуй, я посмотрю, нахуй, кто ты, блядь, будешь, нахуй, все, блядь, ну, бульдог красавчик, блядь, ну, наговорил, аж, блядь, прямо денег сейчас дам, блядь, Николе и голубу. Я запас. Я ему и так, сразу Никола, тебе? Я говорю, я Гол. Говорю, я говорю, да. А тебе вам говорю, потом разменяю мне 500 рублей. Ебался, закрой, нахуй. Потом тебе еще водочку дам. А там хуй поймешь, блин. Хуй такая-то, ебаная, нахуй. Я говорю, ты, слушай, ты на месте, ты. У тебя, ты такой умный, нахуй. В моем храме я только делом наебну, нахуй. О, а что, голубь Валентина отпиздил? Ну, да ладно, что, чем расскажи еще? Не в городе. Валентина охуярил, блядь. Да почему? Просто он нахуй мне послал его. Ну вот. А ты прям хуйнул его, да, сразу же? Нихуя, представляешь, смог сбил его, что ли? Охуярил, блядь. Да слегка было на позапрошлой неделе. Нихуя себе, блядь. Слегка, он пожаловался, он Коляну его. А он тебе жаловался, что, да? Да. Че говорит? Меня отпиздили, блядь, и все туда. Потом говорит, ты еще после меня, нахуй. За тебя, наверное, тоже? Не, не за него там. Так, сиди, я сейчас пойду сидеть в магазин, денежку разменяю, чтобы тебе дать деду. Сиди, я сейчас приеду. Сиди, жди меня, дед. Ну, потом, давай, сейчас приеду. Сейчас до магазина доеду. Давай. Сейчас, ребята, поехал. Денежку сниму им. Блин. Пускай по себя попьют. Да как, блядь, бульдог, видите, блядь. Павел наживается на них. Блядь, вот даже люди есть такие здесь. Не только хитрые. Даже такие люди. Говорят, блядь, что я в глаз попал нахуй. Ох, какая птичка. Ребят, блядь, да хорош, хорош деньги считать. Ёб твою мать. Сколько я зарабатываю? Чего зарабатываю, блядь, глаз не могу. Хватит уже считать, ребят. Чего я, как я зарабатываю? Я их просто снимаю. Как они, что, у меня работают, что ли, на меня или что? Как вот вы объясните мне, как я на них зарабатываю? Просто снимаю.
Даю им выпить, даю пожрать, денег даю. И что, в этом разе плохо учат? Ну, не буду я их снимать, не получат они ничего. Понимаете? Яшкин, ну что, приехал, поменял денежку. Купил там по консервам. Голуби купил сгущенку. Знаю, он любит сладенько. Тут носочки. Чем бульдогу. Николю подгоним. Да и все, повезем деду. И сидят орлы там, блядь. Вот нахуй, сидят, блядь. Ждут Павел Васильевич, пока на них деньги отработают, нахуй. Есть закурить? Сыка, нихуя не боятся, нахуй. Бульдог кушает, что ли, блядь. Так, блядь. Это я вам привез тут, блядь. Так, Никола, тебе дорогу. Убирай за тебе. Так, носки. Тебе. Носки. О, литер, да. Литер отдай голубю. Бульдог тебе. Носочки. Бульдог. Тебе консерву забираю. Голубь. Тебе консерву. Голубь, вон литр себе заберешь. Слышишь, голубь? Водочку себе заберешь, литр. Голубь, я знаю, ты сладкое любишь. Бывает. Ох, так. Нихуя себе. Сгущенку ему. Так, тут бульдог. Тебе бутылочку можешь выпить сейчас, а тебе. Голод. Ой, голод, бульдог. Деньги убери себе. Убери. Не потеряй. Нет. Тебе. Все, всем раздал нахуй. Все. Все живы, счастливы, нахуй. Все. Она не хуя. В следующий раз 7 возьмешь и приведешь. Так она не хуя. Она под меня нахуй сука берет нахуй. Это вдох нахуй. На кто дает-то? Я говорю, слушай, Андрюша... Нет, я тебя увезу. Там у тебя водочки тоже тебе оставил, не переживай. А Андрюша, я не переживаю. Да, а ты это себе бутылочку выпьешь. Я сказал, нахуй, да, да. Да. Пока. Пожалуйста, дед. Никому нахуй не давай, нахуй, вообще. Что там? Кому? Сейчас, нахуй, будет все вместе, нахуй. Никола будет передавать, наверное, сегодня привет, нахуй. Вообще, всем привет. Нет, блядь, я буду по фамилии называть, нахуй. Сможешь? Всем, всем привет. А, все, кажется, да. Бульдог, сможешь? Нет? Давай. Ты сможешь, столько приедов передать. Ну что, ребята, давайте выбивать. Давай, и поедем сейчас, поедем. Поедешь домой, все, дом попьешь. Никола, ты давай выбивай. Да. Не, вон литр ему дай. Вот она стоит. Вот налил же я ему. Вот ему отдашь, а у тебя есть там. Кого там? Нет, сегодня сейчас. А, Ксению и Павла поздравляем с днем свадьбы, да? Сейчас идем свадьбу. Ксения и Павел. Как ее? Ксения и Павел. Ксения и Ксения Павел. С праздником. Да. Вообще. Дай Бог вам здоровья. И дай Бог вам здоровья, счастья. И всего самого хорошего. Самое. Живите себя дружно, мирно, да? И много детей нам. И много детей. И не пейте. А то будете как Андрюшка. Точно. Ну все, давай, наливайте. Да поехали. Ну поехали. Ну все, голубь, ты здесь в воскресенье бываешь? Да. Ну что, бульдог, ты дойдешь отсюда уже? Все, ты дал деньги, дал, все, дойдешь отсюда. Я деда сейчас высажу. Ты дойдешь, да, Никола? Все. Все, я собрал. Ты готов? Да. Ну давай всем руки жми. Поехали, это, подожди, да, не надо. Это похоже. Поехали нахуй. Да это, до конца. Нахуй до конца, ку, Ганса, все. Там танька нахуй. Да че какая танька, ты не пизди уже, пизди, как дышит. Да ебал ты со своей танькой. За в воскресенье переведешь ее, понял? Давай. В воскресенье на трубу приведешь ее. Понял? Слышишь меня? А ты, Никола, тоже, блядь, держи его до воскресенья, нахуй. Давай. Не, я, блядь, с этих блядей еду. Давай, голубь, жми. Вот. Голубь, сгущенку ешь. Да, ребята. Голубь, вон у тебя водка стоит. Вон слышишь? Водка стоит. Вон водка, блядь, голубь. Не увидит, нихуя, блядь. А. На. Курил. Никола, туда пошел. Да, блядь, заебал. Поскользнулся, что ли? Уехал. Хотел уехать, обещал вернуться, нахуй. Никола, чаю какао, дойдешь куда-то дома? Ты пошел уже, что ли? Конечно. Ты пошел, что ли? Да. А нет, я думал, ты пошел. Это бульдог, самое. Ну все, давай, чао, какао. Не, вы поехали нахуй. А куда ты поехал-то? Куда? Вон пироги есть его. Дойдешь нахуй. Дойдешь. Все, Никол. Я тебе все дал, все, вон беги. Ты на трубу уже поехал. Поехали до Ганса нахуй. Никол, Ганса, пошли, я тебе на трубу везу. Ладно, Никол, ты дойдешь? До Ганса нахуй. Все, голуби уехали. Голубь. До воскресенья. Там сарай нахуй. А ты как пошел ты, Никол? Сумку ты забыл. Бля. А? Приключений не было. Давай, ты голубь кушай. А ты сейчас куда пошел? Ты вон посюда иди. Никола. Вон, туда, потуда пойди. Пойду.
калитка хорошая, калитка. Калитка хорошая. Давай, бульдог, иди подумай, подожди. Ну все, голубь. До свидания. Давай, живи 50 лет нахуй. Да, мне еще, ну, вот как их прожить только, блин. Молча. Все, Никола, до воскресенья, воскресенье будет там. На трубах, да. Ну все, ребята, повез я их сейчас. Давай, счастливо. Сделай что-нибудь добро. Бульдог какой-то, гонси. Ну вот, ребят, кто там хотел посмотреть этот дом-то? Вот видите, что там творится. Бульдог, посходите, куда собрался ехать-то? Давайте я увезу на трубы. На трубы увезу тебя. Садись. Поехали до Ганса, доехали. Так где он на Ганса живет? Я тебе покажу. Я не буду на квартиру, не поеду никуда. Если он на улице. Нет, не на квартире, но в сарае. Да, ну поехали. О, пошел пьяненький. Никола, пока! Никола! Пока! Ты что, опьянел, Никола, блядь? Я не. Найдешь нормально хоть? Найду. Ну давай, Никола, до воскресенья, воскресенье приедет. А где? На трубах иди, там, на трубах там уже жди. Я заеду. Ну, давай, Никола. Все, чао. Ребята, приехали, нету никого тут, блядь. Да нет никого. Да поехали, бульдог, я тебя повезу, блядь, на эту нахуй. Все, хватит, бульдог, что ты? В воскресенье, чтобы, блядь, нашел Таньку, буду на трубах, понял? Бульдог. Понял. Хоть и ебанешь ее. Ну, все, блядь, бульдог, понял? Бульдог, ты скажи, где тебя лучше высадить? Бульдог. Блядь, ребята, бульдог, когда написано, начинает тупить, это пиздец, блядь, с ним тяжело вообще. Блядь, его хоть не пойди, нахуй. Тяжело. Вон он по мойке лазит, блядь. Что, знаешь, а, нет, не лазит, блядь. Так, выкидывает он. Бульдог, тебя на трубу висит? Ау. Нет. А куда? Подожди, сейчас, сейчас. Давай быстрее, я же тебе, блядь, что, такси, что ли, блядь? Перекрестки. На ком перекрестке? Там? Здесь высадите? Ну, все, бульдог, там деньги, все дал тебе, сигареты дал. Понял, все. Понял. Бульдог, в воскресенье, чтобы на трубах с бабой был. Деду, жми руку. Давай. Стелка. Стелка, чтобы был. Понятно у нас. Давай, брат. Давай, Таньку ищи. Там еще это самое. Знаешь что? Да. Это, как его? Какое? Там, блядь, там нихуя, я снимки. Я с Юлей, я с другой. Да ты рассказывал, давай, чтобы я приехал, смотри, чтобы на трубах с девушками был, понял, бульдог? Давай быстрее, все. Выходи по машину. Да, бульдог, все, деньги не потеряй. Пока. Давай, всем пока говори. Давай. Всем ребята, пока. От души вам. Дед, я сейчас дома уже там. Дети ножки, да, где что? Да, да. Ну сколько заработал? Давай, бульдог, не ругайся. Ну. Да. Пока. Давай, все, бульдог. Давайте это самое. Кожанку не потеряй, паскудник. Дай бог нам. Здоровья, счастья. Давай, дед, там у тебя еще забыл подобники, чтобы пикеты дал. Да, все. Ну все, бульдог, давай, удачи. Таньку ищи, понял? Давай, удачи. Давай, дед, тут по жопу его толкни, чтобы он быстрее выходил. Закрывай, бульдог, где? Бульдог, все, давай, Буля. Все, ребят, всем пока. Пока. Давай, бульдог. Давай, пока. Не хворай, бульдог, в воскресенье. Вот. Все там у тебя. Пока. Воскресенье на трубу. Обязательно. Я сказал, приеду обязательно, ты что? Все, бульдог. Я никогда не, блядь, не обманул. А ты где, там будешь, возле девятажки. Все, если рыжий придет, пускай тоже будет, ждет тебя, понял? Да ну и он нахуй, блядь. А чего? Ждал, блядь. Ну, блядь, что, может, придет сейчас, что? Дедушке привез дедушку нахуй. Говорит, пешком найду сам, Паха, говорит, не едет туда, говорит, нахуй тебе надо. Так, нет. Нет, твой, держи. Да. Так, я что? Вот тебе водочка. Нет. Опа. Консервочки. Ковчик. Сваришь там сам себе что-нибудь, ага. Так, на, пакетка, пакетка, лените, блин. Так, хлебушка бери. Так. Спичек сигарет. Спасибо. Ну все, давай, дед, до воскресенья. В воскресенье жди здесь. Да. Всем скажи пока. Всем пока и спасибо большое всем. Давай, дедушка, беги. Давай, все. Давай, давай, дед. Давай. Все, дед. Счастливо. Давай, счастливо. Давай, иди, я тебя провожу, чтобы ты, блядь. Да не надо. Нет, ты дойдешь, я, чтобы я видел, что ты шел. Да я-то иду. Давай, дедушка, все, пока. Давай, пошли. Спасибо большое. Давай, дед. До воскресенья жди меня здесь. Да. Все, дед, давай. Чао, какао. Давай.
Все, давай. Ну все, ребята, как-то так. Дедушка пошел. Ставьте пальчик вверху. Подписывайтесь на канал. Больше подписок, больше видео. Интереснее видео, ребят. Вот так вот. Ребят, еще кто, кому не нравится, не смотрите. Я еще говорю, это вот, блядь, жизнь бомжей, ребят. Приехал, споил их, да, споил. Деньги заработал на них, миллион заработал. Все. Пальцик вверху. Группу ВКонтакте не забывайте. Если самое интересное, выкладу там, чуть YouTube не запрещает. Инстаграм подписывайся мой, ребята. Инстаграм бомжиков. Ну, ВКонтакте, везде, в Одноклассниках и есть. Пальцы вверху.